Проблема греха. То, что совершил Иисус, не может не изумлять. Бог-Творец не только пришел на землю, но и принес себя в жертву за людей. Но разве не было иного способа разрешения проблемы греха? Неужели положение, в котором оказался человек, было настолько плохим, что исправить его нельзя было ничем иным, кроме как самопожертвованием Творца Вселенной? Увидеть глубину проблемы греха в определенном смысле несложно. Она состоит в безысходности положения людей, предоставленных самим себе. Много лет тому назад скончался известный атеист-биолог Гамильтон, увлечением которого было изучение амазонских жуков. На проходивших в Англии похоронах его вдова, произнося погребальную речь, сказала в частности следующее. «Билл, Твое тело теперь будет покоиться в Дубравах Уитама, но отсюда ты вновь достигнешь своих любимых лесов. Ты продолжишь жить не только в жуках, но и в миллиардах спор, грибов и водорослей. Уносимое ветрами все выше и выше в тропосферу, все, что в тебе есть, составит часть облаков пересечет океан и выпадет на землю и вновь взлетит вверх, и так будет повторяться вновь и вновь, пока в конце концов ты не присоединишься к затопленным водой лесам Амазонии в виде капель дождя. Носиться в воздухе в виде спор грибов и водорослей — не слишком вдохновляющие перспективы и не такой уж и славный финал человеческого существования, не так ли? Но разве способна привести нас к чему-либо иному жизнь, лишенная сверхъестественного и божественного? «Я гляжу», — писал японский писатель Харуки Мураками, «на эту нескончаемую суетливую толпу и представляю себе, что будет через сто лет. Пройдет сто лет, каждый, включая меня, уже исчезнет с лица земли и обратится в пепел или прах. Странная мысль, но все передо мной начинает казаться нереальным, готовым вот-вот исчезнуть, будто уносимое порывом ветра. А вот как выразил это автор книги Мертвых философов. Эта книга начинается с простого допущения. То, что определяет человеческую жизнь в определенном уголке планеты в настоящее время, это необычный страх смерти, но всепоглощающий ужас перед исчезновением. Этот ужас перед неизбежностью нашей гибели, сопровождающийся болью, а возможно и бессмысленным страданием, и ужас перед тем, что наше заключенное в заколоченный ящик тела опустят в могилу, где оно станет пищей червей. Нам говорят, но такова жизнь, все обстоит именно так, и жизнь следует принимать такой, какова она есть. Однако, согласно Библии, все обстоит вовсе не так. Все обстоит совершенно иначе. Цель пришествия на землю Иисуса Христа Бога во плоти, который уничтожил себя, чтобы стать одним из нас и умереть за нас, заключалась в том, чтобы дать каждому человеку возможность жить вечно, жить той жизнью, для которой мы изначально были созданы. В мире все не так. Все совершенно не так, как должно быть. Смерть не может быть средством обеспечения жизни посредством уничтожения конкурентов в борьбе за выживание, как это мучит теория эволюции. Начнем с того, что смерти вообще не должно было быть. Мы, люди, были изначально созданы для вечной жизни. Мы не были созданы, не были спроектированы как смертные. Смерть не естественна. Она не мыслилась как часть человеческого существования, не мыслилась вообще. Она не является частью жизни, как нам говорят. Она противоположность жизни, ее антипод. Смерть ⁇ это вторгнувшийся пришелец, и однажды он будет изгнан. Каким же образом в таком случае здесь появился этот пришелец, этот враг, которого не должно было быть? Апостол Павел ясно говорит об этом: посему, как одним человеком грех вошел в мир и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили. Адам согрешил, и от него грех, подобно вирусу, распространился на всех его потомков, поскольку все мы заражены и испорчены грехом, наш удел смерть, являющаяся следствием греха. После того, как Адам с Евой согрешили, воспользовавшись свободой как неотъемлемым аспектом любви, произошли перемены не только в природе человека, но и в физическом мире. Мы так привыкли к сложившемуся положению вещей, что рассматриваем его как нечто вполне естественное, хотя на самом деле смерть, страдание, зло и боль ничуть не более естественны, чем раковая опухоль. Кто-то сказал, что доктрина о греховности человека представляет собой одну из тех христианских доктрин, вера в которой не требует усилий. Мы видим ее явное проявление повсюду в этом мире. Войны, социальная несправедливость, все возрастающий разрыв между богатыми и бедными и многое другое. Последствия нашей греховности проходят перед нами, словно мы смотрим фильм ужасов. Две тысячи лет тому назад апостол Павел цитировал ветхозаветные тексты, написанные за тысячу лет до того. И вот о чем они. «Нет разумевающего. Никто не ищет Бога. Все совратились с пути до да одного негодны. Нет делающего добро. Нет ни одного. Горта них открытый гроб. Яд аспидов на губах их. Уста их полны злословия и горечи. Разрушение и пагуба на путях их они не знают пути мира, нет страха Божия перед глазами их. Три тысячи лет назад, две тысячи лет, вчера ничего не изменилось. Люди тысячелетиями стремились взлететь в небо. 17 декабря 1903 года братья Райт показали, что это возможно, совершив первый управляемый полет в аппарате, который был тяжелее воздуха. Какое достижение! Уже 1 ноября 1911 года лейтенант Джулия Гавоти пролетал над турецким военным лагерем в Ливии, сбросил четыре небольшие гранаты. Он сделал это вручную, свесившись через борт кабины аэроплана, совершив таким образом первую в мире воздушную бомбардировку. И это тоже расценили как достижение. Всего через 8 лет после того, как мы узнали, что можем летать, мы использовали созданные нами крылья, чтобы сбросить на других людей бомбы, как это типично для человечества. В 1960-х годах в Калифорнии Чарльз Мэнсон совершил ряд убийств, включая убийство актрисы Шерон Тейт. Мать Мэнсона была проституткой, и, как говорят, однажды, когда Чарли было три года, и она сидела с ним в баре, Барменша, окинув их взглядом, сказала. «Какой прелестный малыш! Что ты за него хочешь?» «Кружки пива, пожалуй, будет достаточно», — ответила мать. «Стоит ли удивляться тому, что Чарли отнюдь не стал примерным гражданином, когда вырос?» «Наш мир — это итог шести тысяч лет такой жизни». «Но», — скажет кто-то, — «я ведь не такой». «Возможно», но что вы скажете, когда однажды предстанете перед Богом, которому известна каждая ваша дурная мысль, каждый скрытый поступок, все, в чем бы вы никогда не признались даже под угрозой смерти? Какими вы, облаченные в свои испачканные одежды, будете смотреться перед святым безгрешным совершенным Богом? Да, конечно, вы все же получше Чарльза Мэнсона и его матери-проститутки, но рядом с Богом вы будете смотреться совсем неприглядно. Глубина греховного падения человечества такова, что для разрешения проблемы греха потребовалась смерть Иисуса, смерть самого Творца. Лишь самопожертвование Создателя, сотворившего небо и землю, могла стать искуплением за человеческое зло. Если бы мы каким-то образом могли самостоятельно найти выход, разве не было бы это лучше, чем распятие Бога на кресте? тяжесть греха, сила смерти, сила зла лучше всего раскрывается в той огромной цене, которую пришлось заплатить в распятии Иисуса. Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе. Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек, Смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Жертва Иисуса Сына Божьего, через которого мир был сотворен и благодаря которому он все еще существует, вот решение проблемы греха. Лишь Бог, лишь тот, кто над творением, кто вне творения, кто превосходит творение, лишь Он своей жертвой мог спасти творение. Именно это Он и сделал через своего Сына Иисуса совершенно им ради нас, это и есть вечное Евангелие.